чтобы определить, какая цель ваша, прежде всего, я рекомендую начать с того, чтобы понять, а в чем ваша миссия? Для чего вы вообще родились в этот мир? Что вы вообще на этой земле делаете? Вы же не биологическая машина по переработке пищи в отходы. Вы пришли для чего-то. Вот смотрите, когда человек, у человека в жизни, человек рождается дважды. Первый раз он рождается, когда родился физически, родилось тело. А второй раз, когда он понимает свою миссию, когда он находит свою миссию, то предназначение, для чего он родился. Вот с этого момента он становится личностью, потому что до момента, пока он не найдет, для чего он родился, он остается животным. В чем отличие нас от животных? Ни в чем. Мы такие же биологические существа, белковые. Мы также размножаемся, мы также питаемся, мы также ходим в туалет. Разница только в позах. Все остальное то же самое мы делаем. Так какое наше отличие от животных?